Когда в 92-м году распался Советский Союз, Крым отошел Украине. И наш 100-й корабельный истребительный авиационный полк, который базировался на аэродроме Саки в Крыму, разделили. На тех, кто принял присягу второй раз на верность Украине, и тех, кто отказался ее тогда принять. Я был в числе тех, кто отказался и вынужден был уйти из Крыма на север, в Россию за своим командиром, Тимуром Бакице. Расставание было очень тяжелым. И отрезали по-живому. Товарищи, честное слово, очень трудно с вами расставаться. Я все мог предвидеть, кроме того, что произошло сейчас. Наверное, никто это не мог предусмотреть, что развалится наше государство, и что первый корабельный истребительный полк будет заниматься несвойственными ему задачами. Уезжая отсюда, я забираю частицу полка, и мы продолжим там то, ради чего этот полк был создан. Тем, кто остается здесь, поймите меня правильно, осуждать людей, которые выбор свой сделали, остались здесь или уходят туда, в текущей обстановке безнравственно. Это я вам свое мнение высказываю. Не надо ни на кого смотреть волком. Я вам желаю крепкого здоровья, счастья и оставаться всегда 100-м корабельным полком, как бы вас ни переименовали. Счастливых вам полетов, работы. И очень я хочу и желаю, чтобы никогда нас не заставили наши политические вожди смотреть друг на друга через перекрестие прицела. Все, счастливо. Улетая тогда из Крыма на север в Россию, я и представить себе не мог, насколько слова Тимура окажутся пророческими. Еще меньше я мог предположить, что 23 года спустя в результате крымского референдума Крым будет присоединен к России. И мы снова вернемся сюда, на родной аэродром Саки. А на юго-восток Украины полетят бомбы с тех самолетов, которые некогда были советскими. Все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом промеле дышит спокойствие наших границ. Антон! Поэтому у меня есть приказ взять под охрану свои самолеты. Сейчас командир придет сюда, ведет. Пожалуйста, командир. Переговоры будут, не вопрос. Да, переговоры будут. Остановите толпу, все, и пускай ведут себя. Все стоять на месте. Военнослужащие без оружия пришли на свои рабочие места. Все, ну, пример... что вы делаете? Вы люди военные, вы нас понимаете. Я еще раз вам повторяю, если вы не понимаете, то не мы Сереж, мы сейчас снимаем.
Так хоть вы это поймите, ваша... хоть вы поймите. Руководство, которое в Киеве сидит. Ребята, от вас много сегодня зависит Москве тоже. Кто не сидит, нет? В Москве кто-то думает о чем-то или а нет? А вы что, сами не думаете? Вы же граждане тоже, у вас семьи. Тихо! Мы же не пришли к вам в Анапу, не пришли к вам в Сочи с автоматом. Мужики, вы что? Мы к вам идем сейчас без оружия. Да. Почему вы даете знакомые? А ты хоть понимаешь вообще, что тут происходит? Понимаю, конечно. А что ты понимаешь? Че ты плачешь? Это Жень, потому что ребят жалко, не заработает. Если это самое... Жень. Да на кого они идут? Они когда в жизни бы не стрельнули Жень, по ним. Они, да, понятно, что не стрельнули бы. Ира, ты о чем говоришь? Че ты плачешь? Потому что жалко людей, жалко украинских, нормальных, а не фашистов, которые напротив стоят. А, то есть мы это фашисты, правильно? Нет, да? Нет, нет, это не а фашисты. Это же мы стояли, дорогая. Не снимайте это. Ир, лучше уйди. Она же сейчас конкретно сказала, что стояли фашисты наши. Мы это фашисты, а ей жалко украинцев. Нет, нет. И они по ним бы стреляли. Это неправда. Ирину лучше в съемки не вовлекать. Она не, как, никогда не вникала в это. Она не понимает вообще, что происходит. Я ее стараюсь беречь от этого. Она сейчас конкретно назвала фашистами наших. Вот я и все. У меня просто сейчас, знаешь, ассоциация с той ситуацией, которая была в Крыму тогда, когда мы уходили. А я не хочу, чтобы у меня вот это вот. Чтобы это было от моей жены это было, чтобы... Я вижу, что ситуация нормальная. Без единого выстрела взяли. Результат. Двое погибших, по-моему, по всему Крыму. Вот результат. Вот юго-восток Украины. Не все так просто. Женька, у меня полная ассоциация с 92-м годом просто. Я, может, что-то не понимаю, но меня страшит ситуация. Я боюсь, чем все закончится. Ну, Ир, чем я тебе могу помочь, солнышко? Ничем, абсолютно. Я у тебя не прошу помощи. Просто, говорю, мне страшно. За детей страшно, за внука страшно, за сына. Тебе вообще страшно, как женщине? Да, мне страшно, как женщине, как жене, как матери. Да? Ты как задумалась, чья ты жена? Никогда не задумывается о том, когда поступает в военное училище, он когда-то будет воевать. О том, что тебе рано или поздно придется сесть в кабину самолета, выполнить приказ, нажать боевую кнопку. Понимание приходит позже. В основном романтика, вот полеты. Убивать, не убивать, нажимать, не нажимать боевую кнопку. Человек постоянно должен отвечать, военный. Готов ли он, не готов. Если он не готов, он не военный, он не воин. Никто не хочет на войну. Никто. Человек никогда не готов умирать. Но если будет поставлена задача, я, например, в самую последнюю очередь буду думать об этом. Умереть, не умереть. Я сначала должен буду выполнить задачу. А повезет, останусь живым. Не повезет, ну... Вот, наверное, где-то так. Прошел самолет над Луганском и ударил
Станица Луганская. Куда он летел, непонятно. Вот воронка. Воронка неплохая. ФАБ-250. Бомба. Осколочно-фугасная авиационная бомба. Калибр 250 килограммов. Косые украинские летчики. В своем репертуаре. Целились куда-то, вероятно, в ту станцию железнодорожную. Попали в жилой сектор. Вижу два трупа. Есть! Вон трупы поснимать. Фашисты. Вон, два, есть. Полчаса после воздушного удара. Полетал самолет, он пролетел раз, кружили. Ванечка с папой вышли. Ванечка говорит мне, самолет интересно. Вы знаете, что хуже? Когда говорят, что это себя обстреляли. Это же не самолет летал, нет. Дитё выбежало, самолет, посмотри. Террористы тут. Вот, пятилетний ребенок, террорист. Приказ, который идет против вашей совести. Что вы думаете по этому поводу? Наверное, если не можешь выполнить приказ, все. Заканчивай службу. Нет, заканчивать службу во время войны. Либо убитым, либо расстрелянным. Либо убитым, либо расстрелянным. Это как белые офицеры, да? Выполняли приказ, потом шли и стрелялись. Атака! Включаю радиус. Атакую слева. Перехожу налево. Атака! Перекладка, смещаю радиус. Набираю высоту 1500 метров, перевожу в горизонт. Вводим, фиксируем вдоль полосы. Сделали вираж на максимале. Далее. Вывели. Поворотом. Что надо сказать? Вывели. Справа на месте. Понял. Справа на месте. Ручка влево. На слева на месте. Я попал в палубную истребительную авиацию в 1988 году, ну, получается, за 3 года до развала Советского Союза. 100-й полк был сформирован в САКах в Крыму. Командир Тимур Пакидзе каждого отбирал лично. Честь офицера и верность присяге были для нас, ну, не пустым звуком. Но, пожалуй, лишь при развале страны я понял и пережил, наверное, каждое слово присяги, которое офицер должен давать один раз в жизни. А я давал присягу Советскому Союзу еще в летном училище. После развала Союза ребятам сказали, что те, кто примут присягу на верность Украине, остаются в Крыму с квартирами, со всеми гаражами, которые тогда на тот момент многие понакупали. А кто не принимает присягу, тот, значит, покидает Республику Крым. Каждый взвешивал свои отношения к происходящим событиям. Оценил свое семейное положение. Согласен был он разводиться с женой, не согласен, потому что жена наотрез отказывалась куда-то уходить с этого места. У нас были офицеры, которые разводились из-за этого. Уходили на север, а жена оставалась в САКах. Но я был молодой еще, вы меня тоже поймите. У меня было 2 детей. Дочке было 5 лет, а сыну был 1 месяц. Я только-только получил квартиру в новом доме, у моря. Мне Жень, когда пришел, сказал, что делать. Он в шоковом просто состоянии пришел. Либо мы остаемся здесь и принимаем присягу на верность Украине, либо мы едем на север. Я говорю, у тебя какой план, решение? Он на север. Я говорю, на север.
Даже я не подумала о том, что ребенок там маленький. Об этом вообще разговоров не шло. Сказали, что будем принимать присягу. Ну и я тоже думал, мне надо или не надо присягу принимать. Тем более, сейчас увольняться нужно уже 45 лет. Потом думаю, ну ладно, приму. Приму присягу. Вот. Но ночью мне приснился отец. Покойный. Отец был офицером. Я его окликнул. Я говорю, папа, папа. Он так посмотрел на меня, отвернулся и ушел. Все. Я присягу принимать перед домом. Если бы, допустим, я принял присягу, мне отец бы точно меня не понял. То, что сибиряк, то, что мой дедушка добровольца пошел на войну с фашизмом и под Смоленском лег, и то, что я единственный в роду офицер кадровый, естественно, я не мог присягу принять дважды. Ведь офицер, принимающий присягу дважды, может ее три раза принять. Сегодня он принял в Украине, завтра он примет французам, потом американцам. Что это за война? Он не может жить под желто-блакитным флагом. Для него вот он патриот, вот для него есть Россия. Это для него важнее всего. Что получается, что патриотизм несовместим с любовью. Он сказал, если он сюда приедет, то только на танке. Мы получили квартиру в 91 году. Получилось как раз мы год пожили, и нужно было опять собирать куда-то вещи, опять ехать вот на север. Есть такое понятие – замуж выйти, и выйти за мужа. Будь за мужем, хоть на край вселенной, ты должна за ним идти. Все, это не зависит от национальности. Мои-то родственники все на Украине, в общем-то, и его корни тоже есть украинские. Ну, когда такие разговоры уже были, что если придется стрелять друг в друга. Ну, вот, естественно, он говорит, я не смогу стрелять, это однозначно. Я говорю, тем более, ну, как ты будешь стрелять моих родственников? Они всегда к тебе хорошо относились, и все. А второй еще вопрос, у нас же ребенок, собственно, получается, двух кровей, и как его делить? Ну, профессия офицера, она, конечно, тяжелая. Не каждая дама может это выдержать. Но прожив со мной 20 лет, она должна была остаться. Она должна была остаться. Апрель месяц была присяга народу Украины, нашего полка сотого. И все-таки некоторые товарищи, которые я думал, что они не примут присягу, они вышли и приняли присягу. Второй раз офицеру принимать присягу плохо. Но еще хуже должно быть тем людям, которые этих офицеров заставили самих принимать решения и принимать присягу. Второй раз, значит, по той причине, что то государство, которому они присягали первый раз, прекратило свое существование на абсолютно ровном месте, без видимых причин, без внешнего воздействия военного. Да мне просто не хочется даже об этом вспоминать, как принимал присягу. Это было трудно, это было больно, это, скажем, что проявил слабодушие. Семья повлияла, потому что у меня сын родился как раз в 91 году. Вот я его давно ждал. Наталья сказала, что она туда не поедет, жена моя. Все взвесил, остались здесь.
Если вернуть все назад, я бы пошел на север. Значит, меня пригласил мой командир, тогда начальник центра был, полковник Бакулин Геннадий Георгиевич. И сказал, говорит, Тимур, есть еще одно обстоятельство, которое ты должен обязательно знать. Каждый офицер от командира полка и выше должен ответить при собеседовании перед назначением на должность на один непростой вопрос. Будешь с Россией воевать или не будешь, если потребует интересы Украины? Генерал-лейтенант Радецкий был командующим округом тогда. Он по телевизору в открытую на всю страну нашу заявил, я, говорит, если интересы Украины потребуют, буду воевать с Россией. Я вот смотрю телевизор и думаю, блин, какая вообще женщина тебя вырастила? Это же советский генерал. Я тогда еще не знал, что его родной брат, у которого даже лицо почти такое, вице-адмирал Радецкий, начальник тыла Северного флота. Вот два родных брата, один в России, другой на Украине. Воевать с Россией, конечно, мне, да и любому, наверное, человеку, который живет здесь и вообще на Украине, наверное, абсолютно не хотелось бы. Но если мы приняли присягу или даже находимся на контрактной службе, дело военного, конкретного исполнителя, не рассуждать, значит, о правильности, правомерности отданных приказов, а точно их выполнять. Что касается летчика, значит, его дело точно накладывать марку на цель. И вовремя нажимать боевую кнопку. Это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос по поводу бывших сослуживцев, которые будут воевать с моей страной. Я же считаю, что у них что-то не в порядке с мозгами. Тогда это пошло, тогда заработала машина по стравливанию наших народов. Она заработала в 90-91 году. Вот если у нас стрясется такая страшная ситуация, что нам придется лететь и убивать своих товарищей, бывших, то, естественно, каждый, наверное, будет поступать уже в силу своего разумения. Нет, я никогда стрелять по своим бывшим братьям не буду. Если поступит такой приказ, что ж тогда армии со мной не повезло. Острый момент 92 года был, когда украинский контр-адмирал Кожин поднял на базе военно-морского флота в Дону, в Злаве, в Крыму флаг Украины и объявил, что это территория Украины. В ответ наш российский адмирал Касатонов окружил базу морской пехоты, не давая украинцам захватить ее. Тогда на аэродроме Саки полковник Безногих отобрал 4 летчиков украинской национальности из нашего 100-го полка и посадил их дежурное звено на самолеты Су-25 с кассетными бомбами для того, чтобы бомбить эту морскую пехоту. Тимур сказал, первому, кто согласится лететь, я кое-что оторву. Причем без всяких обманов, по-честному. Не полетели. Побоялись. Потому что Тимур мог оторвать. Когда у нас вот накал страстей достиг апогея, сейчас очень не любят это вспоминать все. У меня авторитет гарнизона очень большой был, я мог что угодно здесь сделать. Но Бакулин меня пригласил себе в кабинет и говорит, Тимур, мы вчера сидели в одной кабине, а сегодня должны убивать друг друга. Ради чего? Говорит, не стоит этот гарнизон человеческой крови и даже одной единственной человеческой жизни. Он как в воду смотрел. Через месяц Ельцин с Кравчуком, не хочу быть грубым, в засос целуются в Ялте. Под солнцем палящим, а мы бы тут, так сказать, выясняли бы, да, кому этот аэродром оставить, России или отдать Украине. Настал тот момент для нашего 100-го полка, когда пребывание в Крыму тех, кто не принял присягу Украине, было дальше невозможно. И все мы, около 20 летчиков и 80 авиационных инженеров, ушли на север в Россию. За своим командиром Тимуром Бакидзе.
уезжать из Крыма мне вовсе не хотелось. Я ее спросил, ты поедешь со мной? Нет, не поеду. Я остаюсь здесь. Я говорю, все, тогда мы оформляем развод. И мы улетели на Ан-12 на Североморск-3. Я забрал сына с собой. Ему тогда исполнилось 12 лет. Пошли с ним в школу в Североморске. Он меня полностью поддерживал в этом плане. Правильно папа сделал? Говорит, правильно. Он уже понимал в маленьком возрасте, что такое офицерская честь. Конечно, семья не должна разрушаться, по идее, не должна. Но в таких условиях, как я мог поступить по-другому? Значит, я сам виноват. Значит, надо было не жениться на такой, откуда я знал. Год, когда вот Тимур Апакидзе улетел, а еще полк остался. Я в это время был здесь командиром полка. В 92-м году, когда это самое сказали принимать украинскую присягу, я отказался. Мы базировались на аэродроме Октябрьская уже крайний раз. Потом вот Октябрьская перешло под ведомство Украины, и полк ликвидировали. На одном из военных советов было сказано «выжечь дух царского полка, убрать командира полка». Года. Мы прилетели на север. Тем временем авианосец адмирал Кузнецов туда дошел. Мы влились в уникальный коллектив 279-го отдельного корабельного штурмового авиационного полка. Мы сюда пришли, да тут подавляющих было украинцы. Командир полка украинец, сейчас генерал украинской армии Руденко Николай Петрович. Здесь был командиром полка. Сейчас он в Украине. Я когда приехал на флот в 92-м году, Северный флот, 73% военнослужащих было украинцы. Никто не стрелял их принимать, как нас, в Крыму, присягу. Наверное, народу России, да? Просто в контракт составили и служи, ради Бога. Вон Ваня Бахонко, здесь был командиром полка, герой Российской Федерации. А он из Львова родом. Я говорю, Ваня, как же ты во Львов ездишь со звездой героя? А я говорю, я не беру с собой.
Вот он звезду Героя России здесь вставлял, с собой не брал. По-любому. Когда мы уходили из Крыма, от меня, как от офицера, никто не потребовал принятия присяги Новой России. Это было просто подписание контракта. И только благодаря этому я продолжаю службу. Я родился и вырос в Советском Союзе, продолжаю служить России. Хотя мог бы по аналогии служить Украине, ведь это было та же часть Советского Союза. Я мог служить Таджикистану. Кстати, многие мои однокашники разбросаны по всем странам бывшего Советского Союза. И служат там, но им пришлось принять присягу повторно. Я служу с присягой Советскому Союзу. Как ты тогда сказал, присягу несколько раз принимают проститутки. Нет, проститутки присягу не принимают. Да, я давал присягу, не щадя своей жизни, защищать весь советский народ. В советский народ входили все народы всех республик Советского Союза. В том числе и Украина. Туркмения, да, Узбекистан, Беларусь — это же все мы. На север приехали, тут красиво было. Я здесь обгорел сразу. За полярным кругом. Первый день. В Крыму не обгорал, а тут обгорел. На севере. Жена приехала сюда, посмотрела, говорит, нет, я здесь жить не буду. Я без моря не могу. Я говорю, там северный берег Черного моря, а здесь-то южный берег Баренцева. Нет, не хочу. Уехала обратно. Она меня обратно не звала. Не потому, что не хотела, чтобы я приехал. Я приезжал в отпуск. Вот. А потому что она понимала, что это не получится. Каждый год мы ездили в Крым, в Саки, летать на тренажере. То есть так видели с женой иногда. Раз в год. В 1994 году мы начали осваивать авианосец «Адмирал Кузнецов». Из военных летчиков на палубу тогда садился только наш командир Тимур Апакидзе. И тут пришло сообщение из Совета обороны России. Если в срочном порядке на авианосец не будет посажена эскадрилья летчиков, еще до конца тогда не подготовленных, то единственный в России авианосец будет продан за рубеж. И тогда я вас собрал. Я просто сказал, что я буду вас сажать в жестких условиях и практически любой ценой. Да, я это сказал. Прав я или не прав был, время вот рассудило. В первой десятке вместе с нами, совсем молодыми летчиками, впервые сел на палубу и полковник Чибир. Ему было на тот момент уже 48 лет. В общем-то, в таком возрасте никто в мире не летает с авианосцем. Корабль фактически добил его. От сильных перегрузок в экстремальных условиях он начал терять зрение. У него посыпался позвоночник. Центральная нервная система стала выходить из строя. Ну, я летал два полета,
на спарке, и потом на боевом. Я сделал на палубу 10 полетов. А потом я поехал в госпиталь. Ну, меня списали. Ходили слухи, что вот если бы мы не сели на корабль, то этот корабль продали бы. Я рад, что так получилось, если мы спасли его. А во-вторых, мне приятно то, что я, пусть 48 лет, но сел на корабль, потому что я к этому очень долго стремился. За лето просто мало полетов сделал. Они несут советское знамя, несут знамя Украины, при этом орут. С нами Америка. Полностью бардак в мозгах, абсолютно. Ну, в общем-то, абсолютно понятно, почему на следующий день к этим украинским летчикам двинулись ветераны-летчики, которые служили в этом полку еще при Советском Союзе. Когда мы служили, вероятным противником основным для нас всегда были войска НАТО. И как сопоставить ваше шествие 4 числа, когда вы следовали на аэродром с красным знаменем? Как сопоставляется заявление одного из ваших майоров, если вообще можно назвать его офицером? Америка с нами. Кому вы служите? Украине? НАТО? Мы неоднократно заявляли, что мы служим народу Украины. Я не сомневаюсь, что среди вас есть порядочные офицеры. Но пришло время и принимать решение. В НАТО вам лучше не будет. Вы не сможете воевать по совести с нами. Русские и украинцы — это братья. У нас много смешанных браков. Мы не должны между собой воевать. Но если вы будете на той стороне, это вы начнете эту войну, не мы. И нам придется вам отвечать так, как всегда отвечала эта советская армия. Позор! 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 У меня в династии все были военными. И мечта отца была, чтобы я был летчиком. Я хотел стать летчиком. Я поступил в Харьковское летное училище. В 90-м году я сюда приехал на Бельбек. Пришел на должность старшего летчика. Ну вот когда развалился Советский Союз, наш полк 62-й истребительный стал украинским. У нас буквально где-то через год вместо марксистско-ленинской подготовки стала называться гуманитарная подготовка. Нам пытались показать, что вот тот же Бандера – это действительно герой Украины. Но как он может быть героем Украины? Не был для нас Бандера, никогда героем Украины и не будет. И тогда как-то потихонечку мы стали понимать, что ну не хочется служить в этой армии. Я тогда сразу сказал, что летать против России я не буду, как русский, никогда не буду. Потом нас так потихонечку, таких как я, увольняли, кто был все-таки с этим не согласен. Я ж попытался, когда уволился. Попытался летать. Я пришел в российский военкомат в Краснодар. Спросил, где я могу еще послужить родине.
А она смотрит, что я пришел в Севастополь, говорит, давай езжай, ты, говорит, домой, забудь вообще, говорит, про авиацию, потому что некуда пристраивать, порезали всю авиацию Советского Союза, сокращали полки. Вот я в 33 года ушел на пенсию, летчик первого класса, подготовленный во всех условиях, в самом расцвете сил. Найти применение на гражданке не очень тяжело. Но я пошел заниматься частным извозом, возить людей по Крыму. Я жил нормальной, тихой, размеренной, спокойной жизнью. Но началось это с того, что смотрел я дома на диване телевизор, прекрасно понимая, что делается на Майдане. И когда на Украине 60-70% населения разговаривает именно на русском языке и те же украинцы, то лично для меня поворотным моментом было выступление Турчинова, что отныне единственный язык государством будет украинским, отменяются все региональные языки, в том числе и русский, я понял, что все. Больше ругаться с телевизором, сидя на диване, нельзя, надо что-то делать. Я принял решение идти в самооборону. Потом, попозже, подошли офицеры, многие, которые служили в нашем полку. Командир полка украинского заявлял, что вот этот бунт подняли таксисты. Не знаю, что в этом такси работает. Один летчик-снайпер, один подполковник, все летчики первого класса. Ну, вообще, самооборона из бывших летчиков в Крыму возникла не на пустом месте. После украинского государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года от нового руководства Украины поступил приказ привести в полную боевую готовность все украинские воинские части в Крыму. Было это 28 февраля. В тот же день на аэродроме Бельбек украинские летчики попытались поднять в воздух 4 самолета с дежурного звена с полным боекомплектом. В ответ местная самооборона с российскими военными блокировали аэродром, не дав им взлететь. Да-да, ситуация была такая накаленная, потихоньку сначала заблокировали этот аэропорт. Потихоньку, но согласись, когда заблокировали аэропорт? Когда попытка была вот именно в этой накаленной обстановке запустить украинский самолет дежурного звена на аэродроме, совершить вылет. Я надеюсь, не было же мысли, что бомбить будут. Но сам факт запуска самолета с полной подвеской. А тогда стояли 4 самолета на боевом дежурстве. Запускай, тогда ради бога, любой другой самолет без подвесок, без ракет. Информация прошла, что 2 Ил-76 должно приземлиться сюда, привезти 300 человек правого сектора сюда. На аэродром наш САКи на захват. Ну и тут сразу самооборона. Перекрыли полосу. Мы на машинах со стороны Михайловки. Разобрали колючую проволоку. Гражданские машины заняли полосу аэродрома, чтобы ни один украинский самолет не мог сесть. И потом, через некоторое время, российские вертолеты прилетели и начали вот здесь вот кружить над аэродромом для того, чтобы, если украинские самолеты попытались бы здесь сесть, они не позволили выполнить бы посадку. Самый такой момент, да?
когда мы уже пришли на КПП украинской бригады. Тридцатка вся нашего полка. Информация прошла, что у них 4 автомата заряжены. На какой вопрос вам ответит, скажите? Про оружие. Про оружие. Тихо. За воротами. За воротами. Территория воинской части. Это Крым. Это Россия. Первое требование. Разоружите людей. Раз. Мы вас не тронем. Два. И третье. Уезжайте, куда собрались. Спокойно. Объясняю. Значит, вся эта ерунда началась у нас в полную боевую готовность. Сейчас привели 28 числа. Февраля. С тех пор... Это для вас ерунда, для нас это не ерунда. Сейчас мы оказались заложниками ситуации. Здесь уже ничего не оставалось делать. С Киева никаких приказов. Я вообще не знаю, как ему вообще оружие дали. Любой выстрел уже спровоцировал бы на какие-то серьезные действия. Нервы были на пределе. Пацаны молодые, кто плакался, кто мама пришла там, вот, их отпускали. Все, идите к мамам там, дальше что будет, то будет. Вы же даже знаете, как они это, там договорились, что кинули пару шумовых гранат и... Да, при штурме договорились, ну... посоветовавшись, как это сделать с командирами этих же частей, чтобы не было крови. Сначала, прежде чем штурмовать, подъезжали машины и договаривались. Понятно. Да, так сдавались все части украины. Три недели всем каждое утро на построении говорю, ребята, придет время, и каждый выберет свое, примет свое решение. Кто захочет остаться здесь и служить в российской армии, тот останется здесь и будет служить в российской армии. Кто захочет выйти на Украину, тот выйдет на Украину. Приезжают здесь россияне, мы с ними общаемся почти каждый день неделю. Они хотят формировать на базе нашей бригады авиационную бригаду Российской Федерации. Сейчас закипает. Сейчас через 10 минут пробуем соль, перец. Картошку тоже пробуем. Вкусно, Лиза? Сказали, что сегодня выезжаем. Все вещи собрали, загрузили в машины. Со списка вычеркнули. Нас сейчас просто не пустят на территорию части, чтобы элементарно переночевать утром. Просто развернуться, выйти с части и уехать. Обидно, конечно, уезжать отсюда, но что поделаешь. Россияне, мы все равно считаем вас братьями своими. И это не наша война. Это война большой политики. Привет, Украина. Встретимся позже. Давай. Дай Бог вам удачи. Давай. Удачи вам.
как будто вчера уехал отсюда, да? Такое ощущение. Блин, сколько ты? 20 с лишним лет, что ли, не был? Ну, так, конечно, ты года. Уже тут. Так, а жена твоя так и живет в гарнизоне, да? Она в гарнизоне, квартиру оставил и с сыном улетел, что. А сын сейчас где? Ну, он потом вернулся к ней, она его сманила. Мы с Денисом уже работали на севере. У него было свое жилье там. Ну, мама его переманила, чтобы жить в Крым. Ну, тут же мотоцикл у тебя в гараже стоит, папин, акваланги. Однажды он собрался и сказал: папа, я поехал жить постоянно в Крым. Я говорю: сынок, я тебя не буду неволить. Ты же взрослый уже человек. Взрослый мальчик. Пожалуйста, езжай. 25 лет ему было тогда. Он уехал. Я остался один. Конечно, есть. На сына обида, как папа бросил. Он же поехал тогда, когда еще Крым был украинский был. Мне непонятна его позиция. Как ты мог украинский паспорт получать? Вот это мне обидно. Ты вначале, в 12-летнем возрасте, согласился со мной, а тут поехал, значит, запросто так, украинский паспорт. Ну, конечно, мне было обидно. В 2005 году он уехал. С того момента я его не видел. 10 лет. 10 лет. Конечно, меня тянуло всегда вернуться, посмотреть. Просто снова увидеть этот полк. Конечно, я хотел встретиться с однополчанами, увидеть своих бывших молодых, а сейчас уже в возрасте зрелых пилотов. Прошу разрешения, господа. О, плохо! Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Ярослав Генрихович, умничка мой, умничка. Красавчик, красавчик. Там я не посидел, не по закону. Так север? Север замороженный. Замороженный, да. Вот они, родные самолеты. Я, значит, даже не верю, что я их увидел вновь. Такая радость вообще. Вот у него даже запах свой есть. Отродники. Кажется, никогда не входил отсюда. Вот броня. И вот броня. Гордость. Конечно, гордость. Что же еще? Красивый самолет, красиво летает.
Да, коптит маленько, конечно, движок. Что сделаешь? Старенький уже. С 21-го стоит. Кабину-то заглянул? Можно? Грязных. 12 лет обслуживал их и получал. До боли все родное. Даже не думал, что когда-нибудь еще раз посижу. Для того, чтобы она была исправна, эта техника, надо ее любить. Как живую. Да она и живая. У меня муж летчик, и я хочу сказать, что он один из лучших летчиков в Украине, который не сдался, и он, вы знаете, я просто очень сильно переживаю, потому что он верит в свои присяги, несмотря ни на что, что летчикам в России намного лучше предлагают и жилье, и зарплаты, а мы все равно вернулись сюда и без квартиры, без ничего. Не знаю, что дальше. И как нам дальше жить. У нас маленький ребенок. У нас выбора нет. У нас здесь наша родина. Здесь наши родители. Мы без Украины живем. Мы с ним разговаривали, да. Он говорит, Света, даже не думай. Я не предам свою родину. Я давал присягу. Человек, о котором говорила вот эта девочка, ее муж, поднимет оружие, взлетит и меня будет убивать. Без зазрения совести и не думая, потому что он присягал Украине. Он принимает те ценности, которые проповедует его сейчас государство. И не надо говорить, что он там не будет стрелять, как я, например, это в свое время сказал. Нет, он стрелять будет. Сейчас на службу пришли люди, которые родились после 92-го года, которые сейчас составляют костяк украинской армии. А им с 92-го года объясняли, что раньше был совок. И только с 92-го года началась реальная история Украины, которая ничего общего не имеет с Советским Союзом. В Сайке летали с 94 года. И мы наблюдали, как поменялись учебники на Украине, как детей стали учить, где наша страна являлась той, которая организовала Голодомор на Украине. Во всем обвиняют русских. Они все время хотят, как бы, вот мы здесь ни при чем. Не украинцы сидели в Министерстве государственной безопасности, ни в НКВД, украинцев не было. А вот русские, да, это русские все организовали. У них национальная идея – это ненависть ко всему русскому. Как может быть, что целое государство живет идеей уничтожить все русское в своей стране? Впервые я встречаюсь с таким нацизмом, когда русский ненавидит русского.
Почему националисты украинские делали именно акцент на том, что русские – это враги? Возьми учебник истории. Простой украинский русские учебник. Русские всегда были врагами. Всегда. У меня. Да, жена русская. Папа с мамой украинцы. Они как бы сами с Западной Украины. Жена у меня центральной Украины. Она украинка у меня. Она закончила педагогическое училище и стала преподавать в школе украинский язык. И вот когда стали навязывать украинский язык здесь, мне жена говорила: послушай, ну кто вас ущемляет? Даже я слышал от нее ну, такие заявления: вот если тебе не нравится жить на Украине, езжай в свою Россию. Так это близкий мне человек, с которым я, можно сказать, прожил большую половину своей жизни по разным гарнизонам. Сынуля, привет. Я в гарнизоне, в САКах. А, это морская 20. Давай, жду. Давай, пока. Сынуля, давай. Сынуля, привет. Привет, жучок. Привет, тихо, не раздави меня. Не раздави. Ну чё? Здравствуйте. Чё, как-то так. Как-то так? Ну да. Устал? Да, с работы. А Дениска родился, он беспокойный мальчик вот такой. Я его нянчил на руках. Была бы у меня грудь, я бы молоком кормил его. Ой. Когда бомба подвешена к самолету, бомбатар остается. Я взял бомбатару, ножок распилил, делал рейки, рубашка, строганность. И сделал кроватку такую детскую. Да, Дениски. Без единого гвоздика, без шурупа, все на клею, так что. Она не качалась. Я говорю, не надо качать ребенка. Он должен спать спокойно. А коечка, вот эта кроватка, она потом пошла по рукам. Ребятишки спали хорошо, говорит ей. Не было волнений никаких. Ну и слава богу. Пойдем, прыгнем еще с пирса. Как мы с тобой маленькие, помнишь, прыгнули? Ну что, сынок, прыгай. Да? Прыгай, папа. А волнение было сильным. Я говорю, ручки положи папе на плечи. Не топи меня. Но я чувствую, что я стал уставать. И я топоры к опоре переплывал. Ее брал руками, весь живот поцарапал. Ее сын был спокойный, но что он с папой? Ну, доплыли. Ну, доплыли. Доплывем. Ну, туда. Я думаю, что он бы теперь меня уже мог бы до берега, до... Да, если бы мне было плохо, дотянул, наверное, да. Что там в гараже творится? Все в полном завале? Бардак. Почему? Я думал, ты там уже все сделаешь, там даже под квартиру практически. Ну, подожди, Москва тоже не сразу строилась. Да сколько лет-то прошло? Я его за год поставил. Пап, это один. При тех временах.
Ну, сейчас, а сейчас что? Ну, сейчас вот, да, не надо на времена сваливать. Да, чуть-чуть. Всегда можешь что-то сделать. Не-не-не-не. Ты уже сколько здесь? 10 лет? Пора давно было гараж до ума довести. Мамка с очередным хахалем, да? Ну, понятно. Ну вот. И какая может быть речь тогда о каких-то встречах там или еще чем-то? Понятненько. Вы взрослые люди, сами разберетесь. Ну, конечно. Ну, ладно. Вот. Самое главное, Крым российский. Флаг российский. А Крым мы больше не отдадим? Нет. Это уже все. Сынуля, а мама как восприняла-то? Ну, во-первых, для нее было тяжело, потому что она работала в украинской армии. В штабе, в секретной службе. Когда брали штаб, она находилась возле штаба вместе с этими людьми, которые заблокировали штаб. Это как вот похоже было на развал Союза 91-92 год, только это было немножко жестче. Летчики летали здесь в украинский полк, ушли на Николаев. Вот сейчас они бомбят Донецк. Чем мы виноваты, мирные жители? Ни слов нету вообще, это ужас. Как можно это все пережить? Почему мы должны бежать со своей земли, со своей страны? Мы же такие же люди, как и они. Почему они нас убивают? За что? За что они нас убивают? О, Господи! Ты посмотри. Моя мать! Погибла вот там, но мы ее отнесли в холодочек. Я сейчас, подождите, я уже вышел из стресса. Я накрою, подождите. Я такого не видел еще. Погибла моя мать, Мироненко Валентина Дмитриевна. Она погибла, вон она лежит в одеяле. Я ее собственными руками в одеяло ложил. Сейчас. Погибла она здесь. Вот здесь, где вот эта тряпка лежит. Она здесь погибла. Вот туда мы ее положили на одеяло. Она здесь пролежала около 4 часов на жаре. Извините. Я понимаю вас. Ребята, подождите. Ну нельзя так. Что это за пилот, который умеет только... Это все понятно. Ошибки возможны. Когда тебе дают цель, время удара. Предварительная разведка. Должен прилететь кто-то, чтобы посмотреть, что цель на месте. Ты должен спланировать группу отвлекающую, потом ударную группу. Но посылать один самолет с одним нажатием боевой кнопки просто в то место, откуда, вероятно, был сделан пуск по какому-то украинскому самолету, это в высшей степени преступление. Это неграмотное ведение боевых действий. Это полная профанация всего понятия военный летчик. Отходите от проводов! Как можно так планировать боевые действия? Какие боевые действия? А что скажет, интересно, об этом жена вот этого летчика? Что она об этом скажет? Но она верит в то, что это мы делаем. Россия. Что мы это делали, что мы разбомбили этот луганский, да, поселок. Летчиков, которые бомбят именно Луганский, Донецк, я их пофамильно знаю. Отсюда всех отправляли в Николаев с Крыма. Их просто подготовленных летчиков стали заставлять летать на Донбасс. И если ты не будешь стрелять по Донбассу, значит, ты не пойдешь до украинской армии. Нашего полка, которые ушли, туда летало 4 человека. Я не верю, чтобы летчик стрелял по мирному населению. У него не стоит задача убить мирное население. Задача
уничтожить какую-то там точку огневую, уничтожить там снайперов, ну понятно, что там... Подожди, ты хочешь мне объяснить, что с самолета Су-25 можно произвести обстрел именно этой крыши только одной? Ты дело... знаешь, что это самолеты, которые гасят площадями? И гасятся кварталами, не домами. Нельзя снять снайпера с самолета. Чтобы снять снайпера с самолета, нужно погубить весь дом. Всех жителей, кто там живет. Ну ладно. Поставили задачу стрелять. Ну зачем стрелять просто по пляжу по отдыхающим? Вот я этого не понимаю. Ну пляж-то не видели. Значит, я вам хочу сказать только одно. С высоты 1500-2000 метров, когда здание находится в окружении деревьев, вот, если ты не с этого города, очень сложно попасть из того оружия, которое было у Украины, по точечной цели. Это вот здесь штурмана присутствуют, которые пролетали всю жизнь. Это нужно обладать фотографической памятью. Во-вторых, это еще надо прицелиться. Это нужно убрать весь псих, потому что по тебе могут с земли применять средства ПВО. Второй вопрос вытекает. Если ты, зараза, знаешь особенности своей профессии, знаешь особенности полета, знаешь особенности, даже если ты изучил цель и знаешь приблизительно уровень своей подготовки, почему ты стреляешь? Вот это вот другое дело. Ты же знаешь, что ты заденешь все вокруг. Половина военных нашего полка, все родственники на Украине. Братья, сестры, отцы, дедушки, бабушки, все на Украине. Есть люди с Горловки, с Луганска, Винница. В Киеве, да, есть родственники. Показать, что человек мучается, это и так все знают, что человек мучается. И показать то, что он все равно будет выполнять приказ, да, это и так все знают. Красно-зеленый. Ты что видишь? Желто-зеленый сейчас видишь? Слева два. Справа один. Вот я общаюсь с родственниками на Украине. У них информационное поле совсем другое. Диаметрально противоположное, чем нам преподают в России. И они, многие, эту войну там поддерживают. Им же дают информацию, что они не со своим народом воюют, а с нами. Конкретно, что русские уничтожили такую-то колонну, русские подвезли оружие. И у них настрой, что это мы захватываем их страну. Я вот украинский понимаю. Русский слушаешь, я за русских, я переключаю на украинский канал, я за украинцев. И я потом просто перестал уже включать телевизор. По поводу бомбежек. Ну, в моем городе, например, да, авиация бомбила очень сильно. Я бы, если бы выполнял приказ, допустим, был бы мой дом, я бы, наверное, эти бомбы бросил где-нибудь в поле. Никто бы это не отследил бы, я так думаю. Но это неправильно, я не оправдываю свои высказывания. На эту тему лучше вообще не говорить. Потому что если будут бомбить мой дом, даже мои однополчане, то я буду стрелять своих однополчан. Приказы против совести офицерской чести. У меня на протяжении всей моей службы такого приказа не было. Ни разу. Но если начнется война, не дай бог, то мне поступит преступный приказ, который я считаю преступным во время боевых действий.
Я буду обязан выполнить этот приказ. На войне те, кто думают, преступный этот приказ, неприступный, такая армия не выживает. Выживает армия, которая выполняет приказ. Даже если они преступны. После этого у тебя есть свободное время, иди в перелесок и застрелись, если ты считаешь, что ты не прав. Начиная от моего здоровья, заканчивая, как сказать, шапкой, которую я ношу, это все принадлежит Министерству обороны, с которым я подписал контракт. Мое здоровье мне не принадлежит, оно принадлежит государству. Я с этим добровольно согласился, подписав контракт. Слова «сопереживать» в контракте нет. В контракте есть всеми силами защищать свое государство. Да, государство, свой народ. Всеми силами защищать. А сопереживать я не обязан. Сочувствовать, проявлять жалость какую-то. За Украину душа болит. Вот насчет своих братьев-летчиков-украинцев. Любой самолет, поднявшийся с аэродромов Украины, бомбящий свою же землю, это моя цель. Я готов ее уничтожать хоть сейчас, только получив приказ. Без зазрения совести. Потому что те люди, которые взлетают, бомбят свои же города, для меня перемещаются за грань, когда я что-то могу думать. У меня даже сомнений нет. Все. На сегодняшний момент это так. Как-то не так, Наташа. Все не так. Я сейчас сказал чувства свои, да? Вот. Что своих летчиков, вернее, братьев славян, да, которые сейчас будут летать. И одновременно с этим к летчикам, которые уехали из Крыма, не пожелав остаться и служить России, у меня к ним больше уважения, чем к тем, кто остался. Это однозначно, я об этом много думал. Вот. Какая-то параллель с нашим непринятием присяги тоже есть. Потому что те летчики, которые уехали, например, вот из Крыма там куда-то перебазировались, не пожелав стать российскими военными. Вот, я их прекрасно понимаю, потому что они тоже в своей жизни, единожды приняв присягу украинскому народу, вот, они поступили по-человечески, по-офицерски. Это мое глубокое убеждение. А уж где мы столкнемся, не столкнемся, это уже не от меня зависит, это зависит от наших политиков. Пап, привет большой от мамки. Ага. Передал вам. Присаживайся. Ну, ты что такое? Варенье. Ну, она, как всегда, не, ну, любительница. Вкусная. Приготовить что-нибудь, да, такое. Спасибо ей большое. Передом.
Да с нашего огорода? Да, сними. Тебе мама еще передала. Сейчас бы. Брезент посмотреть надо. Сейчас покажу. То, что ты когда-то рисовал. Ну, да. Помню, помню. Ну, 87-й год, да. Ну, помню. Ты на дипломе сидел? Да, в академии еще учился в Жуковском. А. Эх, да. Ну, ладно. Докачай на мне показать. Тут написано. Ну, конечно, написано. Пусть кто-нибудь попробует повторить. Никогда. Это я писал, наверное? Он писал. Ты списал? Я писал. Ну, смотри, роспись твоя стоит. Вовсе, это не случайно написал. Да, вот он точно никто повторить не сможет. А это что? Это же не я писал. А ежели повторит, то я проиграл. Самое красивое, самое любимое, самое умеющее. Она моя. И ничья. Моя мамуля. Мамуся. Роспись твоя. Ну. Да ладно. Пусть будет. Храни с нуля. Пускай будет. Храню. Да. Внукам покажу своим. Я откровенно думал, что она ее выбросила. Самая красивая фотография. Шикарная девочка была, конечно. Конечно, я ее любил, что там говорить. Когда Крым был присоединен к России, я там не звонил один раз. Крым-то, говорит, это российский стал, приезжай, все тут же, все твое. И квартира, и гараж. Я говорю, нет, не приеду, не надейся. Это был звонок с ее стороны. Но я сказал, что нет. Поезд ушел. Предательство не прощается. А это предательство. Мне же нелегко было. Нелегко. Я не жалею, что так случилось. Я теперь знаю, кто есть кто. На кого можно положиться, на кого нет. Горечь, конечно, оставалась сначала по первости, потом это все зарубцевалось потихоньку, потихоньку. А вот такой лютой ненависти у меня нет. Ну, глупый, ну что скажешь, ну вот. Я не осуждаю. Даже те, кто примет присягу здесь, я их тоже не осуждаю. Просто я им глаза уже по-другому смотрю, и кружку пива я с ним не выпью. Не говоря о чем-то большем. Вот так. Если бы не было распада Советского Союза, я бы остался в Крыму, конечно. Я бы здесь жил бы, да. И с ней бы, наверное, жил бы. Так оно и было бы. И сын бы здесь рос. Думаю, что это последний мой приезд сюда. Я еще не вернусь никогда, наверное. Я же не служил эти 24-го года. Уволиться пришлось в 33 года. Тогда снится, что я летаю.
Когда на истребитель взлетаешь ночью, идешь в стратосферу, выскакиваешь, а там светит еще солнце. Обалденное ощущение. Естественно, поэтому будешь тосковать. Посмотрите, сколько людей хочет летать. А пролететь на современнейшем истребителе – это мечта очень многих людей, у которых она становится несбыточной. А у меня это была работа. Естественно, хочется это вернуться, но по годам мы уже не проходим. Поэтому остается себе только мечтать во снах и так смотреть с тоской на самолет. Но летать-то я уж точно уже сам не буду. Этот аэродром, да, он стал родным. С этим гарнизоном связана вся моя жизнь. Потому что я выпустился в 87-м году, и в 88-м году я уже пришел в САКИ. У меня в этом гарнизоне родился сын. У меня была дочь уже. Мы были молодые. Всего хотели, но пьяные люди решили, что нужно разделиться. Я не знаю, насколько пьяны были президенты Беларуси и Украины. После этого я оказался на севере. Ощущение от моря. Оно осталось таким же теплым и ласковым. И чистым. Мы вспоминали, как мы ночью ходили на море, купались. Когда моя женщина выходила из моря, она была вообще богиней для меня. Я так думаю, что в 91-м году мы там зачали и Диму. Вот. На море, да. Мы поженились, когда нам было по 20 лет. Я вообще не задумывалась, закончит он училище, не закончит, будет он летчиком, не будет. Я его просто любила, мне нужно было быть с этим человеком. Вот куда он, туда и я. Если честно, очень больно ездить по тем местам, по которым я ездил старшим лейтенантом. Да нет, ощущения нет, что я вернулся домой, нет. Для меня домом стал север. Потому что все самые активные, сознательные годы прошли в Североморске 3. Становление моей семьи. Дети. То, что я стал там командиром полка. Я не жалею ни о чем. Сомнений в том, что я сделал правильный выбор, не принял украинскую присягу и перевелся на север, у меня никогда не было. И у жены тоже. Если бы жена сказала, что у тебя двое детей, что я с тобой на север не поеду, у меня бы не было изначально этой жены и не было бы двоих детей. Это летчик. Подойди к нему, потрогай его. Не хочу. Страшно. Привет, Толя. Привет. Привет. Давно я здесь сижу. Давно. Давно.
А кем ты хочешь стать, Толя? Летчиком. Летчиком. Yes. Посмотри, какое пространство, да? Посмотри, Толюш. Наверх, какое небо. Ты посмотри, небо какое. Высокое-высокое. Для этого человек придумал самолет, чтобы летать в небе и не падать. Че, побежали? Будем разбегаться для взлета? Побежали, побежали.